получить регистрацию, зарегистрировать рождение, оформить субсидии, встать на учет или подать документы в ЗАГС. Все эти услуги ульяновцы уже давно могут получить в многофункциональном центре по принципу единого окна. За небольшой период система успела зарекомендовать себя как быстрый и компетентный орган для получения всех необходимых услуг. Первый раз мы обратились год назад, значит, за получением субсидий, когда я вышла на пенсию. Ну, естественно, устраивает доступность по месту нахождения, потому что мы сами проживаем в железнодорожном районе недалеко. Вот, скорость оформления, компетентность сотрудников. Сейчас в Ульяновской области уже насчитывается 28 многофункциональных центров. Один из них в железнодорожном районе Ульяновска посетил губернатор Сергей Морозов, где провел совещание по развитию сети многопрофильных центров. На данный момент прорабатывается вопрос о расширении перечня региональных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ. Среди нововведений значится услуга по выдаче паспорта. В данном многофункциональном центре или железнодорожного района у нас 17 окон. Порядка 10 тысяч услуг оказываются в месяц. Самые востребованные услуги – это Росреестр. Но на сегодняшний день это единственный многофункциональный центр, где можно получить и сдать документы на паспорт. Однако за новым удостоверением личности гражданам приходилось ехать в УМВД. Теперь же появилась возможность решить все вопросы в одном месте. По состоянию на 14 февраля специалистами МФЦ было выдано уже 16 паспортов. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.